Лёх, давай по уроку, пожалуйста. Что? Потому что прошло 18 минут, а у нас уже почти 2 часа. Давай по уроку. Нажимай play. Лев, нажимай play на уроке. Весы. На одной чаше весов Кирана бананы, на другой яблоки. Что тяжелее, бананы или яблоки? Бананы. А вы буквы подскажите мне, пожалуйста. Б. Бананы тяжелее. Значит, линия отрезочек для бананов будет у нас больше или меньше, чем яблоки? Больше. Спасибо, Лев. Итак, берем такой карандаш. Пусть верхний отрезок обозначает бананы. А яблоки это отрезок будет уже меньше. Линейки нет, отрезок? Потому что яблоки легче. Сынок. Сейчас. Ну ладно, возьму линейку на бананы. Да, бананы будут больше. Давайте бананы обозначим величиной К. Напишите рядом с чашей весов. Ой, говорю одно, делаю другое. Так, величина К, ребята, это банан. А величина М, это яблоко. А теперь на схемах на своих обозначьте эти буквы. Перенесите буквы на схемы. Делайте это. Это сейчас будет, это готово. Угу. Так, значит, банан это будет К, а яблоки М. Называется масса. Обозначает буквы М за главу. Мы научимся эту массу писать в конце урока. А мерки для измерения массы миллиграммы, граммы, килограммы. Обозначает вот так МГ, Г и КГ. Давайте напишем формулу сравнения. Пожалуйста, показывайте мне, что мы напишем на строчке.